Ремонтные работы, проходящие в столице республики, имеют теперь строгий свод правил. Их необходимо соблюдать. К требованиям безопасности добавилось эстетическое оформление. Масштабной реконструкции подверглась в этом году территория центральной городской больницы по проспекту Ленина. Здесь под землей находится насосная станция, которая обеспечивает водой весь центр города. Рабочие заменили чугунный водовод, который эксплуатировался более 40 лет. С учетом масштаба ремонта строительную площадку пришлось огораживать в нескольких местах. Сложности были в чем? Потому что это площадка, больница, постоянно приезжают больные, значит, техника заезжает. То есть здесь стесненность была в таких вот условиях очень жестких. И приходится каждую площадку огораживать. Мы выполняем работы ведь и на проезжей части, и на первых линиях, да, магистралях, и во дворах. То есть это лицо предприятия, которое выполняет эту работу. И они должны соответствовать. Если у нас штакетник желто-ярко-красный, он издалека заметен, что это работники водоканала огородили тот или иной колодец, ту или иную там провал. Штакетники у нас сделаны, мы выдаем в каждый цех, у них есть ответственные закрепленные люди, они их обслуживают, ремонтируют, подкрашивают. И наша техническая служба надзорная, которая проверяет, она обязательно контролирует. Это обязательный требование ко всем исполнителям, производителям земляных работ. Красота во всем, даже когда разрыты траншеи и ремонтные работы в самом разгаре. То, что такие площадки должны быть ограждены, законом определено давно. А после внесения изменений в регламент по проектированию и внешнему виду ограждений, размещаемых на территории города Чебоксары, делать это нужно по определенным правилам. Использовать самодельные конструкции из досок, отходы стройматериалов нельзя. Под запретом и сетки-рабицы, железобетонные деревянные секции. У нас имеется документ, в соответствии с которым мы можем и должны вести контроль за состоянием и архитектурно-градостроительным обликом этих элементов города. На сегодняшний день без ограждения, ну, с целью обеспечения безопасности производимых работ, ограждение есть в большинстве случаев. Но эти ограждения хочется, чтобы они выглядели красиво, эстетично, чтобы они не оскорбляли наши глаза, глаза наших горожан. Вот. Для этого как раз принят этот документ. Нам бы хотелось, чтобы впечатление о нашем городе в том числе складывалось из хорошего, качественного ограждения этих объектов. В числе рекомендаций размещение на счетах информации о проводимых на участке работах, о производителе, номера телефонов ответственных лиц. Безусловно, ремонтные работы считаются завершенными лишь после того, как будет сделано благоустройство. А это значит, что надо заасфальтировать, посадить газонную траву, убрать строительный мусор, вывести все отходы и сдать ордер управлению ЖКХ и благоустройства. Нарушителям грозят штрафы. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.